Первый вечер календарной весны в городском спорткомплексе завершился начатый еще в конце января чемпионат города по мини-футболу. Соревнования, входящие в круглогодичную спартакиаду предприятий, учреждений и организаций Слонима 2011 года, определили итоговые места участвующих трудовых коллективов. В заключительный день соревнований определялись 2-6 места. В первой игре спасатели РУЧС играли с командой МРЗ, определяя 5-й коллектив чемпионата. У пожарных было 3 очка, у заводчан 0. Победа последних давала возможность стать 5-ми. Другой результат оставлял последней командой секстета. Спорный поединок, где чаша весов поочередно склонялась в обе стороны, принес успех служащим РОЧС со счетом 5-4. Это позволило спасателям при поражении дружины СКБЗ в итоговом списке оказаться на 4-м месте. Вторыми на площадку вышли работники мясокомбината и победители турнира – газовики Белтрансгаза. Представители пищевой промышленности боролись за 2-е место. Любые очковые пополнения приближали их к заветной цели ближе. И по ходу первого тайма не возникало никаких вопросов. Уставшие чемпионы явно горели, о чем говорит результат первой половины матча – 1-5. Вопрос о победителе встречи мог быть снят заранее, но дружина мясокомбината играла практически 1/4, не давая выходить на площадку свежим игрокам. А газовики, планомерно контролируя ситуацию, своим опытом дожимали соперника. Они уверенно выиграли 2-й тайм 7-0 и на мажорной ноте завершили чемпионат 8-5. Заключительная игра РОВД СКБЗ давала ответы на вопросы окончательного распределения призовых мест. Чтобы стать 2-ми, милиционеров устраивала ничья. Заводчанам необходима была любая победа для попадания в тройку. А чтобы занять 2-е место, им необходимо было выиграть с разностью в 2 мяча и более. Именно и более мячей провели ворота динамовцев представители Альбертина. Матч завершился с их явным преимуществом со счетом 9-4. Этот результат отодвинул футболистов в погонах на 4-е место. На награждении коллективов главный специалист отдела физической культуры, спорта и туризма райисполкома Инна Ирыгина поздравила участников с прошедшим праздником защитников Отечества и вручила капитанам команд призеров дипломы соответствующих степеней. Я вас поздравляю с завершением турнира, который продлился с 25 января. Это ж вообще катастрофа, 1.5 месяца. Но вы стойкие, вы молодцы. И в результате этой стойкости команда Слонимского мясокомбината занимает 3-е место. Спасибо. Команда СКБЗ Альбертин 2-е место. Ну и команда непобедимых. Денежный приз получили победители, а также лучшие игроки по номинациям. Ими стали вратарь Александр Кумлев, защитник Александр Семенов, нападающий Николай Остапчик. И бомбардир Андрей Молчанов.